друзья, и возле подножья горы Орел находится великолепный отель «Винтаж». Здесь есть шикарная видовая площадка, откуда открывается вид на всю Зеленую бухту. И на это великолепное изваяние природы гора Орел и гора Сокол. И там вдалеке гора Меганом и Судак. Уникальное место. Это отель «Винтаж». Сейчас мы покажем вам. Ну, слов нет. Красота неописуемая этого отеля прямо на берегу моря. И давайте вот посмотрим. Новый Свет окружен полностью горами, закрыт от северных ветров. Тут целый микроклимат свой. Это настоящий субтропик. И сразу здесь пляж. Да, друзья, великолепное место отдыха. Ой, прям слов нет. Дух захватывает от этой красоты. Честно говоря, это наш Крым. И здесь же, в этом отеле, есть ресторан. Называется он «Вино и рыба». И внизу банный комплекс. А вот здесь баня и сауна. Thank you.
Добрый день. Нет, здесь, конечно, полный релакс, согласитесь. Горы такие вообще. А я тоже. Но нет, понимаете, я сам Салушный, у нас рассвет идет как бы и с моря. А здесь, как бы вот из-за горы немножко, да, прозевал. А как часто вы здесь бываете? Первый раз. И... Именно в этом отеле первый раз. А так раз в год, наверное, приезжаем. Сюда, да? Вообще место уникальное, честно говоря. Ну, привет передавайте. Спасибо. Вам тоже всего хорошего. Друзья, и сейчас мы зайдем в эту гостиницу. Называется она «Винтаж». Посмотрим, как здесь все сделано. Это как раз вход в эту гостиницу. Обязательно для посетителей зонтики, потому что мало ли пойдет дождь. Обязательно, если у вас мокрый плащ или куртка, здесь можно повесить на входе. И сейчас заходим непосредственно уже в этот отель. Называется он бутик-отель «Винтаж». Смотрим, все в таком старинном европейском стиле. Можно упасть. Это для коня. Я однажды впал с перца в порту. Не забил его, как полетел в него упал. Сеул, чтобы посетители не заблудились во времени. И колокольчик, обязательно надо позвонить. Вот, друзья, сейчас я захожу в один из номеров. Это называется номер студия. Вот, друзья, это номер студия. И вот сейчас мы выйдем на балкон, и сразу открывается шикарный вид на бухту и гору Сокол. Ну, в номере здесь холодильничек. И у вас работает еще и ресторан, да? Да, да. Так, ценник здесь, это с завтраками. Что я снимал, это с завтраками на каждого гостя. Вот. Вот такой санузел, шикарный санузел. Банные полотенца. Друзья, и обязательно лифт есть в этом отеле. Вот сейчас мы пройдем в лифт и поедем дальше. Друзья, и вот еще один шикарный номер здесь. Ого, это вот это номер все? Да. Это двухуровневый? Да. Друзья, ну это целые апартаменты. Давайте пройдемте, друзья. Это двухуровневый номер. Просто обалденно. Кухня в таком оригинальном. Сделано и спальня. Друзья, это просто сказка, я попал.
Я, друзья, не делаю рекламу, но лето, оно не за горами. Надо делать правильный выбор, где отдыхать. Я вас просто приглашаю в Новый Свет. Это уникальное место и просто замечательный отель «Винтаж». Как он правильно? «Бутик Винтаж», да, называется? Да, «Бутик». Друзья, вот я сейчас вышел из этой гостиницы, и мы сейчас с администратором пройдем, покажем вам ресторан этого замечательного отеля. Друзья, а вот это я зашел в помещение ресторана этого отеля. Просто посмотрим. Это великолепие. Друзья, смотрим, и есть терраса, летняя терраса, и шикарный вид на зеленую бухту. Все, друзья, идем дальше. Друзья, вот такую я прогулку совершил здесь по Новому Свету. Зашел в этот замечательный отель «Винтаж», показал вам номера, антураж. Просто уникальное место прямо на берегу Зеленой бухты. Ну, здесь, ну, у меня слов просто нет, какое великолепие здесь нас окружает. Вот так, друзья, с вами канал «Дневник коренного крымчанина». Подписываемся, ставим лайки. И хочу сказать, что лето не за горами. Всегда надо думать, где качественно и хорошо отдыхать. Сейчас я вам еще раз покажу, как это все выглядит. И море под ногами. И зеленая бухта, и Меганум, и гора Сокол. И вот здесь проходит Галицинская тропа, вон там дальше скала Парус. И здесь гора Орел. И возле подножья этой горы расположился этот замечательный отель «Винтаж», правильно сказать, «Бутик Винтаж». 3 звездочки. Все, друзья, до встречи, увидимся.